1 ноября футбольный клуб «Химки» сыграл последний матч в этом году против «Коломны». На сегодняшний день наша команда одержала уже 12 побед подряд и увеличила свою беспроигрышную серию до 20 матчей. Этот сезон «Красно-черная» проводит во главе с новым капитаном Михаилом Маркосовым. Его футбольные подвиги уже оценили многие, но мало кто знает что-то о самом спортсмене. Кто отстаивает честь «Химок», выяснила Надежда Сутягина. Кажется, их уже никто не остановит. Сейчас «Химки» проводят победную серию игр. Ребята стали сыгранней за последнее время, научились понимать друг друга на поле. Специалисты отмечают, это отчасти заслуга Михаила Маркосова. Едва он успел прийти в команду, как анонимным голосованием его уже выбрали капитаном. Ну, на поле может трудную ситуацию подбодрить, завести команду. Он всегда первый, хочет побеждать, не любит проигрывать. И это передается команде. Когда-то отец отвел его на футбол. С тех пор не прошло и дня, чтобы он не надевал бутсы. Много тренировался, играть давали не всегда. Из-за этого сменил много городов. Но в «Химках» планирует остаться надолго. Мне здесь нравится, потому что здесь есть все условия для того, чтобы команда занимались футболисты только футболом и не отвлекались ни от чего. Есть хорошая база, хорошее питание, поля для тренировок. Все достаточно хорошо расположено, город достаточно уютный, без пробок, поэтому комфортно находиться и жить в этом городе. Капитан красно-черных агрессивен на поле, но добрый, покладист в семье. Семья вообще для него главная. Сегодня Михаил, его жена Анастасия и 4-летний сын Давид живут в «Химках». Их история началась более 10 лет назад в Буденновске. Встретились на дискотеке, лет, наверное, по 15-16 нам было. И потом я жила в другом городе, мы приехали в гости. Потом я уехала, и прошло 6 или 7 лет, вот, и случайно мы встретились на улице. Вот, и так. Да, в моем городе встретились, и после этого все началось. Я друзьям после встречи сказал, что сразу сказал, что это моя будущая жена. Миша оказался Настиным идеалом. Любовь к футболу у нее с детства. Мы с папой смотрели всегда вот сборную обязательно, это у нас было. Вот мама на нас ругалась, но вот, она говорила, я одна, поддержи меня. Нет, я была с папой, болела. И, конечно, не предполагала, что мой муж будет футболистом. Через 3 года после той встречи родился Давид. Она кнута, я пряник. Потому что, ну, я тоже достаточно, я не позволяю многого, я... Ну, в моментах могу быть строгим, но в основном я добрый, я податливый. Главное папино дело, Давид с удовольствием осваивает в свои 4 года. Мужчины вместе собираются на тренировку, младший обещает стараться. А надо на мяч смотреть и забивать голы. Стояюсь. Работу и личную жизнь Михаил привык разделять. Жена Настя перед играми старается не огорчать мужа. А когда дома все хорошо, то и на поле настрой будет соответствующий. Хочу быть как папа, потому что он шамыкает и сильный. Лидер на поле, лидер в жизни. Он не остановится на достигнутом. На сегодняшний день у него 2 мечты. Вырастить сына достойным преемником и вывести команду в премьер-лигу. Надежда Сутягина, Сергей Гвоздев, служба новостей.